вы будете сильными и быстрыми, как я. Ну а самой главной вашей суперспособностью будет умение камуфлироваться. Вы будете менять цвет. Пожалуй, с этой суперспособности и начнем. Прошу всех залезть в бассейн. Мило, подожди, подожди. Куда ты спешишь? Они еще очень маленькие. Джек-Джек тоже маленький, но он суперспособный. Но это Джек-Джек, а они... О ком это, ребята, идет речь? Из этих малышек. Ох, жалко мне их. Ах, так это из маленьких сестренок Лол. Из них и вправду получатся отличные шпионы. Потому что эти малышки из серии шпионов. Как же их будешь сразу тренировать? Их надо сначала распаковать. Отлично, именно это мы, ребята, сейчас с вами и сделаем. Первый шарик. И здесь... О, вот это разочарование. Во второй волне попадаются все куколки из первой волны. Ах, как несправедливо. И, конечно же, маленькая Great Baby у нас уже есть. И теперь вместо новых 15 куколок в этих шариках нам будут попадаться еще и 21 куколка из предыдущей серии. Послушайте, это еще очень маленькая девочка. Ей нужно удобное место присесть. Вот удобное кресло. Куда мы ее можем посадить? Другое дело. Откроем следующий шарик. Ищите тайные подсказки. Кто это, ребята? Это Daring Diva из поп-клуба. И ее посадим на что-нибудь удобненькое. На солнышке сговать. Загорай, милая, загорай. Только не забудь воспользоваться кремом от загара. Крем от загара? Если он от загара, тогда для чего он мне? Ай, милая, вырастешь, поймешь. Третий шарик. О-о-о. Прическа похожа на Riptide. Они все сделаны по одной модели. Ее зовут Miss Jive. Она похожа на Триллу, на Riptide. У них просто на голове волосы перекрашенные. Ну что, что похоже? Вы просто мою старшую сестру не видели. Мне очень интересно, как выглядит ее старшая сестра. Ну а пока мы ее тоже посадим на удобное кресло. И осталось у нас, ребята, два шарика. Распакуем их вместе. И сама куколка. О-о-о. Это девочка маленькая Snow Bunny, снежный зайчик. Я не зайчик, меня просто так зовут. Интересно, что она катается на коньках. Угу. А посадим-ка мы ее на резиновый матрас. Маленькую девочку Snow Bunny. И голубенький шарик. Ну-ка. Да. По виду непонятно, это мальчик или девочка. Но для сомневающихся, это девочка. Видите, обе девочки должны быть. И вот они, две девочки. И для такой яркой художницы мы дадим яркий матрас для плавания. Вот так. Ну теперь, надеюсь, все готовы к водным процедурам? Теперь, сынок, можешь приступать. Отлично, проверим ваши способности маскироваться. В этом бассейне у нас холодная вода. Что-то не очень холодное. А мы добавим сюда льда. Еще давайте еще. Еще. И будет очень холодно. О, отлично. А здесь должна быть теплая. Ну-ка. Надо еще теплее. Сделаем теплее. У-у-у. Супер. Кто из вас первым покажет свои способности? Можно я? Можно я? Можно я? Молодец, уважаю за смелость. Давай вперед. Итак, что же делает маленькая мисс Джайв? Сейчас покажу. Ого, смотрите, какой у него костюмчик появился. С галстуком, с пуговицами, с лампасами по бокам. Вот это действительно способность маскироваться. И в холодной... Все исчезает. А вы в меня не верили? Отлично, ты большая молодец. Кто следующий? Давайте по порядку я. Маленькая Сплеттерс. У нее на трусиках так же, как и на сумочке, стекает краска зеленого цвета. Сзади сердце, на один глаз тоже попала красочка, а волосы цвет не меняют. И в теплой воде это все исчезает. И маленькая Сплеттерс тоже умеет камуфлироваться. Я вами горжусь. Теперь я в холодную водичку. О, у нее купальник появляется. Колготочки в полосочку. На трусиках сердце. Шишечки становятся розовыми. И на лице тоже сердечко. А в теплой водичке... Уп, все исчезает. Теперь я пойду. И маленький Snow Baby тоже меняет цвет. О, у него волосы становятся темно-синими. Колготочки красные. Трусики в горошек. Кто знает стихотворение «У меня трусы в горошек»? И в теплую водичку. Ух, обычная Snow Bunny. А я самая последняя. Самая последняя Little Great Baby. И мы знаем, как она меняет цвет. Ничего здесь для нас новенького нет. Она у нас похожа на Wonder Woman. А в теплой водичке становится обычный Little Great Baby. Отлично! А теперь будем тренировать вашу скорость. Прошу всех будущих шпионов подойти сюда. Ну куда же так сразу? Пусть они отдохнут. Вот такие вот маленькие шпионки нам, ребята, сегодня с вами попались.